Приехали сегодня. Лёша, ты это лопатой сейчас намочишь. На рыбалку мы будем рыбачить. На лимов ловить. О-о-о! Надо было все-таки пилу брать. Сейчас мы пропилим лунки, чтобы долго не мучиться. Карась тоже долго не живет, да? Нет, долго не живет. Не, вот так живет долго, но все там. Пойду куда-нибудь. А вы опять убежали? Что-то там учуяли. Все же тут заинеровано. А что, течение такое тут? Течение, ну... Палка по дунам ходит. Течение большое. Вода прибывает. Чего она прибывает? Нету нигде ни на течении, ни... Да чё они? Все покрякали что-то. Караси эти. Ладно. Эти удочки. Пустой, так съел. Съела что-то. Кто-то съела. Опа. О. Тихо, тихо, тут что-то, ребята. О, сам выскочил. Это сам. Он и съел. Выпрыгивай. Он уже сам выпрыгнет, ему там надоело уже. Сидеть в этом лунке. Ну да ладно, хоть один. Да, сейчас зажарим его. Зажарим его. Он там и съел, я думаю, что-то объедено будет. Пошла масть. Ну один есть, и то уже. Да, много их не надо. Одного в недельку и куда? Съел еще. Так, все равно почистим. Вода грязная идет. Дамба там ковыряют. Вода вот мутная идет, может поэтому и рыба не идет. Стой, блин, что-то ближе к берегу. Объедает кто-то. Ну, а выдолбил. Надо к берегу ставить, он что-то в глубине. Надо выдолбить больше. Это он не... Дырочка маленькая. Сына, выдолби, а. Он не зайдет. Он не зайдет, там чуть-чуть махонькая дырочка. Крокодил большой. Да не, он небольшой, но... Подожди, Саш, не видите так. Ну, вон туда, вон туда. А рыба должна ее мощить. Все, выйдет, Серега. Выйдет. Ну, там, наверное, это имень. Такой ты. Вот это рыба. Такой же. Такой одинаковый. Какие? Килограммчика на полтора. Само то.
Куда их? Ну, два штуки есть, это уже отлично. Держи палку, где ты стоишь-то? Я смотрю. Я смотрю. Пойдет. Смотреть. Вот пойдет, смотри, тут работать надо. Смотришь. Ты же работаешь. Ты не умничай, все, давай. Пойдет, тут тоже. Умничай. О, тут мелко вообще. Дохляк. Тоже дохляк. Пойду я засыпать. Сейчас поджарим и все это дело засыпем. Так, время вечереет. Пойду я там дальше выдолбливать. Лёша, тут последнюю не засыпай. Пускай они здесь. Я ее переставлю. Засыпают. Последнюю самую не засыпай. Все, уже темнеть начинает. Тут день поставим, вот где попало. Дуйка была, он все задуло, как будто их тут 100 лет не проверяли. Гулик, уйдя туда. Бляха-муха, фонарик не взяли. Там где пусто уже. Не, живой тут. Зябель. Дохляк. Дохляк. Нет, ничего нету. Нельзя сказал, блин. Живой. Я сказал, нельзя трогать. Тут живой. Травник. Опа. То ли есть, то ли. Что-то здесь. Нихрена себе. Тут хороший маленький. Килограммчика на 3. Стопудово. 3 килошка будет. Пускай тогда стоят. Лёга сказал, что пускай стоят. Только трубу уши налим. Все. Главный рыбак. Да. Мне самую тяжелую работу доверили, палки подымать. Хм. Живой. Живой. Угу. Все. Каждому по рыбине. На троих. Такая вот проверка. Стемнело уже окончательно. Уже темновато. Так что попало 3 налима. В принципе, этого достаточно. Дня через 3-4 приедем, опять проверим. В принципе, я думаю, что еще что-нибудь всяко попадет. Вот такая вот у нас проверка сегодня вышла. Так что всем пока. До новых встреч.